Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на своем канале Перекупщик и вашему вниманию 10 копеек 2014 года вот с таким интересным браком, который называется профессиональным языком наплыв металла. Видите его, да? Находится возле цифры вблизи двоечки. Сейчас я возьму ее в руку и поближе вам еще покажу. Текс, иди-ка к нам, наша малышка. Вот, вот этот такой пузырь на плакировке и есть наплыв металла. Вот такой вот брачок в современной ходячке. Реверс нормальный, а аверс пострадал немножко. Ну, видно, в принципе, хорошо. Ну, отличненько вот так. Вот так, ребятки. Такую монеточку нашел. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Ставьте обязательно лайки. Приобретайте мои лоты, на которые я снимаю видео. И до новых встреч, до новых видео.